Доброе утро всем, як настроение? Сегодня бахнем кофеечка. Вот, тоже такое печенька. Внутри, ну, их желейно. По утрам люблю кофеек, немножко помогает такое коматозное состояние выходить. И тогда я себя более бодро чувствуешь. Вот. Ну. Одну ложечку сахара. Кофеёк и нормально. Ну, бывает без сахара, но в основном с сахаром. Также, друзья, пишите, чем вы любите по утрам кофе. Еще бы неплохая тема сейчас бы с шоколадом, шоколадкой точнее. Наверное, с молочным больше всего. Вот. Это такой типа завтрак. Хотя завтрак надо начинать с более такого, что сытного. Я утром в основном так. Может, картофана бахнуть. С мяском бы не помешало тоже. Потом кофеечком бахнуть. Ну, конечно, похоже на какой-то желейный абрикос внутри. Вот. Ну, есть-то можно. Правильники, конечно, лучше покупать, чтобы внутри начинка была, бо без начинки суховати. Понятно, что с кофе оно или с чаем будет в самый раз, но так пряники без начинки не дуже. Люблю пряники, но с начинкой не было там в магазине. А так свежая, в принципе. Приятного аппетита. Кто тоже вместе со мной кушает. Увидимся. Ой, о.